Дошку гонору у Гомелі модернізували у стиснуті терміни. Тут встановили флагшток з державною символікою, заховали любимі горожанами панно, які розказують історію міста. Окремо того, обновлені імені таблички гонорових громадян міста Гомеля, героїв війни і праці. У центрі пляцовки розміщена карта обласного центру, аналогу якої нема у Білорусі. Обновлена дошка гонору стала справжнім подарунком до Дня міста. В год качества гомельчане снова доказали свое единство и показали пример, как нужно трудиться во благо родного края, создавать новые поводы для гордости и строить прочный фундамент для будущих поколений. Присудження гонорових званняў «Гамельчанін года» па выніках 2023 года адбылося ў горадзе ўпершыню. Сярод тых, каго адзначылі імя аспіранта кафедры грамадскага здароўя і аховы здароўя, загадчыка прафесарскага кансультацыйнага цэнтра Гомельскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта Уладзіслава Волчыка. Ён стаў лідарам у номінацыі «Таленавітая моладзь». Цяпер яго фото гэтак жа на дошцы гонару. Большая честь для меня, безусловно. Я в первую очередь хотел бы высказать слова искренней благодарности моим родителям, моим наставникам, моим руководителям. И я убежден, что все те нарративы, которые мы разрабатываем в ходе работы над нашими научными изысканиями, в рамках консультирования пациентов города Гомеля, они возымеют свой эффект, и мы дальше будем планомерно работать над развитием и совершенствованием всего того, что сейчас делается в нашем родном городе Гомеле. По традиции отзначены лепшие предприемства и организации. Их керовникам уручены отповедные посвящения. Лепшим промысловым предприемством города Гомеля с колькостью працующих свыше 500 человек признано открытое акционерное товариство «Гомельский завод Литя и Нормалей». Для нас очень почетно и приятно получить данную награду, что наше предприятие было помещено на доску почета, что руководство города по достоинству оценило наш вклад в развитие города, наш коллектив. Мы в дальнейшем будем продолжать в том же духе. Так само тут змонтированный великий экран, який дадасть интерактивности знаковому месту. Установленный флагшток и теперь державный флаг Республики Беларусь сдалеку подкаже гостям нашего краю, с якого пункта в улице Советской можно начать знакомство с городом. Ганна Кустачева, Сергей Калацей, телерадиокомпания «Гомель».